Всем привет! А знаете ли вы, кто такие Александр Попов, Генри Форд, Томас Эдисон или Никола Тесла? Это был риторический вопрос. Конечно, все вы их прекрасно знаете, ну или, по крайней мере, слышали имена этих гениальных изобретателей человечества. Их огромный вклад в науку стал важным шагом к тому, что сегодня мы с вами окружены всевозможными электронными гаджетами, ездим на автомобилях, можем поговорить с любым человеком из любой части планеты и переместиться на тысячи километров всего лишь за несколько часов. Однако технический прогресс никогда не стоит на месте. Сегодня в мире есть множество людей, которые продолжают это великое дело, придумывают и воплощают в жизнь новые и новые изобретения, облегчающие нашу жизнь. Итак, это 5 современных изобретений, которые вы просто обязаны увидеть. Поехали! Хочешь научиться программировать? Приходи на GeekBrains. Там ты найдешь обучение по самым востребованным IT-профессиям, бесплатные курсы, гарантированную стажировку. Записывайся на бесплатный курс «Основы программирования» по ссылке под видео. Flight. Это обычная настольная лампа, но с одной доработкой. Лампочка в таком светильнике летает. Да-да, летает, но не так, что прям рассекает воздух, оставляя за собой световой след, а просто парит над небольшой платформой. Но даже такой простой эффект заставляет ощутить себя в мире будущего, где летать будут не только светильники, но и машины, телевизоры и, возможно, что-то еще. Устройство этой лампочки довольно простое. Обычные магниты, установленные в платформе и плафоне, не позволяют им соприкасаться. Сама платформа получает электричество через розетку и передает его в лампочку с помощью индукции. Так что, по сути, никакого технического прогресса в этом изобретении нет. Но, согласитесь, выглядит оно очень эффектно. Free. Часто бывает так, что вам срочно нужно что-нибудь записать, но ручки рядом не оказывается, а набирать текст на маленьких кнопочках телефона не всегда удобно и быстро. Для этих целей и была придумана универсальная ручка, которой вы можете писать что угодно и где угодно. На коленке, на руке, на диване, на столе или на приборной панели авто. Никаких следов такая ручка не оставляет, так что не переживайте, что папа может заругать за испорченную панель его авто. Все, что вы написали или нарисовали, направляется на ваш смартфон через Bluetooth, а уже там находит применение в виде картинки, заметки или номера телефона нового знакомого. Кроме того, такую ручку можно использовать как гарнитуру и отвечать на звонки, а также на ней есть маленький встроенный экран, позволяющий мгновенно отвечать на SMS. Cyclotron. Вот оно будущее. Никто такого не ожидал, но первым изобретением, которое может окунуть нас в футуристический мир, это велосипед. Работа над таким велосипедом будущего продолжалась на протяжении 3 лет. Конструкция рамы состоит из углеродного волокна, что придает ей прочность и жесткость. При этом ее вес остается совсем небольшим. Кроме того, чтобы спроектировать этот велосипед, создатели использовали аэродинамические особенности легких самолетов. Все переключатели и цепи они поместили внутрь рамы. Колеса здесь установлены бескамерные и без спиц. Вращение передает только на внешнюю оболочку колеса, что позволяет использовать внутреннюю неподвижную часть в качестве места для ваших вещей. И это еще не все. Доступна версия с электрической коробкой передач, которая переключает передачи меньше, чем за 0,2 секунды. Также создатели Cyclotron разработали приложение для смартфонов, которое будет показывать статистику ваших поездок. Скорость, внешний вид и инновационные технологии – все это велосипед будущего. Кто знает, возможно, через несколько лет все велосипеды будут подобны этому, а те, что есть сейчас, перейдут в ранг родителей. Фобо Тайр. Вы подходите утром к машине и обнаруживаете спущенное колесо. Неприятная неожиданность, правда? А случилось ли вам проверять давление в каждом колесе по очереди перед дальней поездкой? Тоже не самое интересное занятие. Именно для того, чтобы не тратить на это свое драгоценное время, и были придуманы колпачки Фобо Тайр. Вы просто накручиваете их на ниппели ваших колес и все. Далее эти умные колпачки 24 часа в сутки будут передавать уровень давления в шинах на специальный блок, который подаст звуковой сигнал в случае неисправности. Однако это не вся крутость данного устройства. Колпачки также способны передавать точное значение давления в каждой шине на ваш смартфон, и вы сможете, не вставая с дивана, узнать, готовы ли ваши колеса к поездке. SGNL. Беспроводная гарнитура, позволяющая разговаривать с товарищем, не доставая телефон из кармана, это уже прошлый век. Она может выпасть, потеряться или просто создавать неудобства, постоянно находясь в ухе. Уже совсем скоро мы с вами будем общаться с помощью нашего же пальца. Да-да, пальца. Для этого вам необходимо просто заменить ремешок ваших часов на инновационный ремешок SNGL. Он подключается к телефону и может выполнять функции гарнитуры. Для этого надо просто поднять руку и приложить палец к уху. Говорить вы будете во встроенный микрофон, а голос собеседника будет передаваться
переливаться по вашему пальцу. Да, прямо какая-то магия. Но нет, устроен этот прибор довольно просто. Как известно, звук — это вибрация и представляет собой те же самые механические колебания. Именно такие колебания и издает браслет, которые передаются в руку, а по пальцу доходят непосредственно в ухо. Так что чем плотнее прибор прижат к руке, а палец к уху, тем лучше будет передаваться вибрация и тем лучше вы будете слышать вашего собеседника. А магия тут совершенно ни при чем. Если вы хотите почувствовать себя спецагентом или удивить своих друзей, то вам нужен этот прикольный гаджет. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.